Приготовим пиццу жульен. Получается большая вкусная пицца, где много начинки и сыра. Обязательно попробуйте. В глубокую чашу отправляем 300 мл теплой воды, 2 чайные ложки сахара, чайная ложка соли и чайная ложка сухих дрожжей. Перемешиваем. Далее 4 столовые ложки растительного масла и 500 грамм муки. Замешиваем мягкое тесто. Вымешиваем его на столе с растительным маслом. Убираем в чашу под полотенце. Подходить примерно на час. В сковороду наливаем немного растительного масла, обжариваем лук, обжариваем куриное филе. После этого добавляем грибы-шампиньончики. Перемешали все хорошенько, посолили, поперчили по вкусу. Добавили столовую ложку муки и 150 мл молочка. Далее консистенция начнет у нас увариваться, загустеет. Руки смазали растительным маслом и на листе с пергаментом формируем вот такую большую и аппетитную пиццу. Как сформировали, края у нас остаются толстенькие. Тесто убираем на лист, раскладываем начинку и в печь минут на 15 при 200 градусах. Далее достаем, посыпаем сыром и на пару минут возвращаем в печь.